Такой активности от сочинцев сотрудники эколого-биологического центра не ожидали. В прошлом году специалисты раздали порядка 1000 особей гамбузии. Звонки с просьбой отложить мальков рыбки, умеющие бороться с малярийными комарами, поступают и сегодня. Обеспокоенность горожан и желание избавить курорт от назойливых насекомых только поощряется. Поэтому и на этот раз всем желающим сочинцам дадут возможность выпустить гамбузию, в том числе в домашние водоемы. Когда начались теплые дни, у нас были дней 10 таких теплых, она вся всплыла наверх, начала так вся активничать, и мы поняли, что в этом году у нас рыбы будет достаточно. И поэтому вот решили об этом сказать. Мы думаем, что примерно к концу апреля должны появиться у нее мальки. У нас есть телефон 262-22-17. Вы звоните по этому телефону. Мы вас записываем. То есть сейчас мы делаем вот такой список и оставляем контактные номера. И как только появляется возможность, мы прозваниваем и говорим: придите, возьмите. Также сегодня в эколого-биологическом центре высадили новые растения. Акцию приурочили к году особо охраняемых территорий, году экологии, а также столетию заповедной системы России. В рамках подготовительного этапа «Марш парков 2017 год» с ФГБУ «Сочинский национальный парк» совместно с эколого-биологическим центром подготовили памятную посадку. Взаимодействие между природоохранными учреждениями и образовательными учреждениями – очень важный момент для сохранения природных компонентов окружающей среды.